Всем привет! Вы на канале Наставника. В этом видео я покажу, сколько можно зарабатывать на самой популярной стратегии ставок на спорт. Речь о стратегии Тони Блума, нынешнего владельца футбольного клуба Брайтон, создателя самого крупного ставочного синдиката и бывшего капера, сделавшего на ставках целый миллиард. Напомню, что Тони Блум опубликовал свою стратегию ставок в далеком 2004 году, еще не подозревав, что она сделает его таким богатым. Этой стратегии посвящено отдельное видео на этом канале, сейчас ссылка на него появится в правом верхнем углу экрана. И в этом видео мы поговорим про фактические результаты данной стратегии в реальности в 2023 году. Но прежде чем мы начнем, я напомню, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где я разбираю, тестирую и доказываю прибыльность других стратегий. Помимо этого, вы найдете там прогнозы, книги о ставках и другие очень полезные материалы. Ссылка на канал в описании под этим видео. Итак, Тони Блум рекомендовал отбирать матчи по системе All I Want in 5, и эта стратегия касается ставок на тотал больше 1,5 в матче. Проходимость ставок по данной стратегии превышает 80%, а отбор матчей происходит следующим образом. Отбираются матчи, в которых перед игрой на тотал больше 1,5 гола дается коэффициент от 1,2 до 1,35, отсекая все, что ниже и все, что выше данных значений. После чего мы ждем лайва и ставим на тотал больше 1,5 по коэффициенту выше на 10 пунктов. Но так как я создал бота в Telegram, ждать каждый матч не нужно, потому что все сигналы приходят мгновенно после того, как создаются оптимальные условия для ставки по стратегии. Как создать бота с сигналами в Telegram, я показывал в обзоре сайта BetLab. Ссылка на данное видео в описании или прямо сейчас в правом верхнем углу экрана. После того, как я задал в бота все необходимые данные, мне начали приходить сигналы по стратегии Тони, к которым я относился серьезно, так как проверил их на ретроанализе и увидел прибыль по ним, которая меня даже немного шокировала. Только за один сезон набралось более 3500 ставок, из них 2799 из которых зашли, что дало проходимость 78% ставок, а прибыль на графике выглядела вот так. Кстати, ретроанализ, который показал эти результаты, это такая штука, которая делает автоматический анализ результатов прошлых спортивных событий, как раз с целью проверки эффективности стратегии. В нем используется архив коэффициентов букмекерских контор. Такой анализ сканирует эти котировки в указанное время и подсчитывает, сколько можно было бы заработать ставками по нашей стратегии. Он тоже доступен на сайте BetLab. Но все же я ждал момента, когда сам смогу попробовать эту стратегию в новом сезоне, и этим занялся. Создал бота с помощью того же BetLab, а там можно сделать это без программирования за 5-7 минут, так что вы сами можете это попробовать. И когда я начал получать сигналы в бота, получил результаты еще лучше, чем выдал ретроанализ, потому что он учитывает заявленные в боте коэффициенты. А так как тут присутствует человеческий фактор, я не всегда успевал ставить сразу, иногда приходилось пропускать 3-5 минут, а за это время коэффициент существенно возрастал. И ставлю я уже на несколько пунктов выше заявленных ботом коэффициентов. В боте это выглядит так, а в реальности в разы интереснее. Но все же, для учета я решил брать заявленным ботом котировки, и, например, за первые выходные, когда достаточно много ставок, вышли следующие результаты. Бот выдал 27 ставок, 25 из которых зашли, а это 93% проходимости на секундочку. В следующие дни было меньше ставок, но даже при этом за 4 дня с понедельника по четверг пришло 20 сигналов, а зашло 15, и это 75% проходимости, что тоже выглядит весьма неплохо. То есть даже при самых плохих раскладах не заходит одна ставка из 4. Еще круто то, что максимум за все время было 3 минуса подряд, и это хорошее подспорье для ставок догоном. Но лично я догон не приветствую, поэтому оставлю это более рискованным парням. Для меня стабильный и спокойный доход намного интереснее, поэтому я приверженец флета. А для тех, у кого небольшой банк, рекомендую использовать логарифмический флет или плата менеджмент по Миллеру, о котором я рассказывал в одном из своих видео. Кстати, это стратегия, в которой нельзя проиграть свой банк, и поэтому подсказка на это важное видео появится в правом верхнем углу сейчас. Итак, данный бот активно работает, я даже открыл его для всех желающих. Подробная информация о боте, как в него попасть и какие у него сейчас результаты, есть в моем телеграм-канале, ссылка на него в описании и закрепленном комментарии. Да вы и сами можете создать свою стратегию, проверить ее на ретроанализе в 2 клика, без программирования запустить бота в Telegram. Как это сделать, я уже рассказывал в обзоре сайта BetLab. С вами был Наставник, ставьте лайк, если это видео было полезным, подписывайтесь на мой канал и залетайте в Telegram за регулярной аналитикой. Всем пока и до новых встреч.